теме пернатых мы еще вернемся, а пока на Соловки с рабочей поездкой. Там сейчас находится патриарх московский и всея Руси Кирилл. Глава Русской Православной Церкви в нашем регионе лично занялся вопросами развития архипелага. Ваше святейшество, мы рады приветствовать вас на святой земле. По старой русской традиции, примите от нас крестцов. Благодарю вас, спасибо. С Большого Соловецкого острова на вертолете Ми-8 святейший патриарх отправился на остров Анзер. Глава Русской Православной Церкви провел там божественную литургию. Осмотр удаленных обителей, своего рода подготовка к большому рабочему совещанию по вопросам развития Соловецкого архипелага. В совещании приняли участие зампредседателя правительства страны Ольга Голодец, три федеральных министра, министр регионального развития, строительства и ЖКХ, министр культуры, а также губернатор Игорь Орлов. На Соловецком архипелаге планируют создать особо охраняемую природную территорию. Обратно в Москву представитель Русской Православной Церкви вылетит уже завтра.